какие-то обычные такие моменты, там секунды, 3 секунды, 4. Набрал его, что ли? Ой, блин, стю. Это полянка. Там-то ждать находится. Ну это тоже как бы редкое заселение. Пока доедешь, тоже будет скоро. Там копы будут? Нет, там будут эти всякие. Нам надо типа фургон сопроводить, кто-то будет за рулем, а остальные будут помогать типа, отстрелить. Ну не обязательно даже отстрелить, потому что раз я вообще трое чуваков здесь стояли, а у меня в фургоне почему-то даже не пользуется на круг. Странно. Ну и дайте пациенты собрать. Как не для полей. А, ну мы уже там пошли. Ой, бегаем низко. Стреляемся. Ну, по нам сейчас будет, да, куча людей. Еще приезжать минута машинок, поэтому лучше. Какой брать-то? Пока никакой? Ну, он там. А, ждем пока, да? Не-не, обратно ничего не надо, он просто находится в ебенях, чтобы его вызволить. Там он грузовичок, видишь, там. Его надо вот эти все фургоны отодвинуть. Ну, либо расстрелять, да, обезорвать, да. Либо, короче. А сейчас мы один фургон возьмем и. И начнут, да, шмалить. Да? Еще. Че, давайте их перестреляем? Да, давай. Там еще приедут новые там на машинах. Ну они и будут, в принципе, появляться. Ну что, можно попробовать за руки. Выехать там тяжело, я не знаю. Ну да, здесь не выйдешь, наверное. Так. Не выйдешь, да? Пардон. Меня запиздили. Да, здесь. Не, тут только вперед, Лёш. Только вперед, да, назад не надо. Там, мы тут приехали. Блин, какой-то гопик прибежал сзади. Ты там сможешь выйти в ту сторону? Бля, мало. Нет, здесь стоит. Очень мало, как я. Так, а чё, мы уезжаем или чё, пацаны? Мне надо выехать из тебя. Ух ты, блин! Больно! Не погоди. Блин, ладно. Так, почти вы. Сука, щити. Видит там. Прогресс. Бля, все взрывается. Блин, там еще во что-то упирается. Ну хп не восстанавливается. Горит. Что? Покончил с тобой? А кто умер до меня? Я. Да. Блин, здесь вообще взрывается. Не-не-не. Получается там или как? Ну я разнес. Пока, да, не пришли, но они упираются все во что-то там. О-о-о. Я больше поставил. Джек, бери мою эту куруму. Она там через дорогу. А, ты на куруму? Ну или как это называется? Желтый. Не, я тебя спрошу, не знаю. Отойди, у меня есть идея. Прикольно. Димка, от твоей курумы ничего не осталось. Да? Да. Это Султанера. А, точно. О, спасибо. О, класс, смотри, как она попадает. Это что за пушка такая? Там бить можно. Да, она странная, я видел других, и они... Так мне бы вот этот вот отодвинуть. О, спасибо. О, блин, лучше, чем надо
на скину записать. Спасибо. Ну все, теперь я просто еду. Так, а кто мне это чинит-то, Султан теперь? Или я за свои бабки даже не учинить? Нет, ты просто говоришь, страховой, они, наверное, бесплатно все. А, мотор Лоша, что ли, чтобы он сказал? Лоша. Ой, во что я врезался? Одно. Их осталось двое. Да все равно деревенщина. Из GTA 2. Ну там не подпирачек, наверное. Подойду. Блин, очень лоу хп, лоу хп. Блин, отпавался, у меня тоже лоу хп. За мной не агрис прям вообще. Я посмотрю, что сейчас. Блин, я пора вот целая. У тебя тоже нет. Блин, у меня очень мало. И у этого мало осталось пока. Так, а мы вдвоем? Да. О, все, они оторвались, походу, когда приезжаешь, они все не видят. Да. Это не их территория. Мы в Москве здесь Собянин. Ну все, повезло, надо ехать. Приехали? Да, я уже все. Нет, я все застрял тут. Не, а ты можешь, да, я сейчас довезу, там все. Что это за хрень? Ну что, на вертолетиках попробуем сейчас? Я горжусь своей командой. Уровень за уровнем, охренеть. У меня уже 73. 12 убийств, а толку 0. Не понравилось. Enter, enter, enter. Что выбираем? А, здесь нет вертолетиков. Ой, черт. Я бы уже другой режим попробовал. Ну давайте другой, вы так хотите, давайте другой. Ну да, этот последний вообще какой, все. Потому что я не знаю нормальных режимов. Ну вот, который там двойной RP еще, второй в него может. Который Женя скидывал. А так я вообще без понятия, что он там. Да, сейчас, наверное, Куруму лучше, кстати, как-то заказать через механика. Надо сначала тихо лучше. Ну мы типа просто приезжаем в гараж, разносим все машины, и когда уезжаем, там приедет толпа. А, моей машины типа нет, да? А моей что-то тоже нет. А, вон. Нет, он. Тут есть желтая. Да, моя не стоит. Ладно, придется брать. Ловлюще. Ну и это первый был. Сейчас отпустит.
Дима, может, все-таки не надо? Не, все хорошо. Я накрыл, походу, конкретно.